Третий международный фестиваль «Друзья в гостях у казаков России» представляет. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на третьем международном фестивале «Друзья в гостях у казаков России». Многообразие стилей и один понятный всем универсальный язык танца. Международный фестиваль «Друзья в гостях у казаков России» собирает на сцене коллективы, которым рукоплещут во всем мире. Государственный заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки» Республика Беларусь, город Минск. Такое событие в Липецке бывает раз в два года. Он зажигает рампа яркий свет. По традиции, фестиваль открыл гала-концерт, где выступили все участники. Академический ансамбль танца «Кабардинка» из Кабардино-Балкарии, белорусский хореографический ансамбль «Хорошки», театр «Фламенко» Томаса де Мадрида, ансамбль современного танца из Москвы «Битхантерс» и, конечно же, хозяева сцены «Казаки России». На этот раз они принимали гостей уже в новом статусе, как государственный театр танца. Еще одно подтверждение высокого уровня и признание заслуг казаков – наш фестиваль включен в программу культурной олимпиады «Сочи-2014». По обычаям российским, дорогим гостям поклон наш низкий, с уважением и любовью, с хлебом с солью, с хлебом с солью. Ответы на праздник танца охватил как Липецк, так и районы области. Выступления прошли на концертных площадках Ельца, Льва Толстого, Станового и Тербунов. Артисты показали своим зрителям не только танцы, но и национальную культуру. Ансамбль «Хорошки» уже давно стал символом Беларуси. Танцевальный язык, он международный. То есть не надо говорить, все ясно в движениях, все ясно в позах, все ясно в этом характере, какой народ. Если белорусы, они легкие такие, вот они такие белорусы, невоздушные. Если испанцы, темпераментные, они вот. Если кавказцы, гордые, они вот они все. То есть вот народность видно ее. Не надо много говорить. Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка» приехал к нам с холодным оружием и горячими сердцами. Эмоциональные джигиты и грациозные девушки никого не оставили равнодушным. Я в восторге от всего этого, от этого концерта, от кабардинки, от казачьего хора. Слов нет. Друзья у казаков – настоящие профессионалы, для которых неважно, где выступать – на больших сценах крупных городов или на площадках в районных центрах. Танцоры всегда любят и уважают своего зрителя. Отдача, отдача полная. Вот вы как сказали, сцена маленькая или большая. Какая бы ни была сцена, если ты артист, ты должен выйти, даже будет один человек сидеть в зрительном зале, ты должен да, отработать так, как будто бы тысячный зал перед тобой сидит. Наедине со зрителем. Танец трех человек завораживает многочисленную публику. Огня и экспрессии хватает на весь зал. Из Испании в Липецк приехали танцоры всемирно известного театра Томаса де Мадрида. Гости, которые уже давно стали хорошими друзьями, желают казакам, чтобы, как и у каждого театра, у них тоже была бы своя сцена. Нам бы очень было приятно, если бы мы приехали. Viniéramos al teatro de verdad, el teatro de los cursacos. В настоящий театр «Казаки России», они по разным местам есть. От народного к современному танцу. Самый молодой коллектив, участник фестиваля «Битхантерс» буквально связал поколение. Ребята работают в стиле фристайл. Поймав ритмы музыки, они показывают зрителям свои чувства. От таких эмоций устоять уже никто не смог. Ноги горят, хочет тоже так же быть легким, красивым, как и они. У зрителей за эти дни фестиваля горели не только ладони, зажглись и сердца. Исцеляющая сила танца была еще раз доказана друзьями казаков России. Я хочу поблагодарить всех зрителей, которые приходят на концерт.
на эти, которые мы организовываем. Залы всегда полны. Люди с удовольствием смотрят. Я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые неравнодушны к искусству, неравнодушны к искусству для любой национальности. Третий международный фестиваль «Друзья в гостях у казаков России» завершается. Но танец, как и дружба, вне времени и вне расстояния. А это значит, что на сцене вновь состоится настоящий праздник танца.